Эй, будь здоров, Изоп. Разве я болею? Это Изоп новый раб Ксанфа. Слушай, Изоп, откуда ты родом? Из утробы матери. Да нет, я спрашиваю, в каком месте ты родился? Может быть, в спальне, может быть, на улице. Мне об этом мать не говорила. Говорят, ты умеешь сочинять басни. Ну-ка, расскажи нам басню. Вот об этой птице. Ну? Да? Одна птица сидела в клетке и пела ночью. Угу. Прилетела летучая мышь и спросила, почему-то она ночью поет, а днем молчит. Угу. И ответила птица, что есть у нее на то причина. Пела она когда-то днем и попала в клетку. Угу. А теперь она стала умнее.